Хей, йо, гайцы, мишмики, мы продолжаем проходить игру под миссию Дарен, либо... Либо, как я хотел игру назвать, GeForge, да-да-да. Плевать, что она так называется, я ее сам хотел так называть. Так. Походу я все-таки буду покупать улучшение для... Что я туплю? Боже. Иди в жопу, пылесос. Они сейчас специально хотят, чтобы я вызвал пылесос. А это не туда были мины? Блять. Ладно. Так, я вижу ХП. Банский лед. Я подключил свой тепловизор к системе безопасности. Отлично. Погоди. Я нашла Сейбера. Он недалеко, двумя этажами ниже. Я открыла офис, ты сможешь войти. Но чтобы добраться до него вовремя, придется снова выйти наружу. Вперед, наружу? Бластер, ты там? Я думал, ты подыщешь для меня шахту. Простите. Но вентиляционные шахты рядом. Вперед, твой коронный номер. Хорошо. Ну, типа, они мне по трубам предлагают идти. Подожди, там есть проход. Вот и я там же. Блядь. Ну, за что? Ну... Мне бесит это уже. Я не хочу его размораживать для того, чтобы он мне открыл дверь. Сейчас его еще и лазером ёбнет. И все? Иди сюда, я тут. Давай, полетели, полетели, дружище. Мне нужно твое растопительное сердце, ну заходи. Ты что, меня потерял? Ля, он меня, походу, потерял. Вот он, я, вот он. Идем, идем, идем. А, так там. Промолчим. В принципе, по факту я мог бы и через верх своим способом полезть. Не обязательно было растапливать. Хотя я бы диск не получил. В принципе, здесь правда. Окей, Сабарлинг.
Иду один на один с пылесосом. Не спрашивайте, что случилось с пылесосом, я сам не знаю. Здорово. Наша локация это как будто не новый уровень, потому что помните, мы с вами когда были в офисе вот этого злодея, то мы с вами видели этот. Как он называется? Летающие херни, по которым мы можем лазить, и типа крыши. Я думал, в какой-то степени это одно и то же место, но непонятно. Дарвин, ты молодец. Сейбер находится в одном из лифтов всего на несколько этажей выше тебя. Проникни в смежный лифт, и я настрою твою рацию так, чтобы он тебя слышал. Хорошо. Бластер, что нового? Я ищу другие способы, Дарвин. Если тут есть еще какие-то входы-выходы, я их найду. Держите меня в курсе. Так, ну, в принципе, мне нужна карточка. Я прошел испытание. Ладно, посрать. У нас ключ-карты нету. Ау. Что и за что мне попал, непонятно. Типа там цель. А, ну ладно. Ой. Ой, 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 ой. Ну ладно, туда я огнемет не просуну, поэтому да. Что? Какова ты здесь стала? Что я еще растопил? Ладно, давайте я сюда тоже зайду. Ой, я вспомнил, что здесь. До свидания. Американские туалеты. Хотя, надо было в магазин зайти, посмотреть, где карты. Хотя...
Так, по идее, включил, да? Монотечек не сдох. Ладно, мне хилку хотя бы дали. Так, сраный пылесос. Нет, я... просто не сдамся. Чувак, ну у меня что же есть эта пушка? Ау. О-о-о, тут еще зубастые. Мой огнемет. Я жду, когда в этой серии мне дадут огнемет. Пропейте лед стабилизированным огнетушителем и поднимайтесь через шахту. Да, да. Да, 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 да. Так, ну вы там мне нахер не сдались, мне главное расцепить один из этих. Я тоже умею делать злые приборы. Ага. Падлы. Ага. А норм у меня хп, я смотрю. Пронесло. Итак, Дарвин, предводитель бригады М. Должен сказать, ты очень упорный парень. К несчастью, здесь твой путь оборвется. Нет, Йиншу, здесь оборвется не мой путь, а твой. Так, стоп. Ой, заново лететь туда. Плевать на это сердечко, потому что я уже отхилился. А, ну ладно, если так. Этой штуке лучше не подходить. Сжигательный заряд разорвется при попадании в цель, растопит лед и нанесет повреждения всем вокруг. Так, тут мне не нужен лед.
Так, стоп. Малёв нечестно. Ой, бля. За что? Ясно. Фух, сейчас жопа просто горит. Так, почти 10 тысяч наварил. Не беда. Не беда. Нет ничего страшного. Ауч, ау, 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 чао-чао. Так, там сундук. Я понял. Ну окей, значит мы идем в суицид. Суицидимся вместе с этой бомбой, чтобы открыть дверь. Какая досада. Я думал, мой полигон тебя остановит, но неважно. Все надежно заперто, и скоро к тебе кое-что присоединится. Совсем скоро. Прямо сейчас. Вы чё? Да ну нет, то там за что? Ты такой тупой. Прямо в яблочко. А, возьмем на всякий случай, вдруг пригодится по пути. Впечатляют. А на меня нелегко произвести впечатление. Признаю, что ты прекрасно справишься со всеми моими ловушками. Но зачем нам бороться друг с другом?
Все, соси пылесос. Кто дурно с тобой обращался? Подумай, сколько разрушений мы можем причинить вместе. У человечества нет шансов. Сотрудничество? С тобой, Эйнштейн? Не на такого напал. Тебе конец. На, какая права. Будь осторожен, тебя еще ждут сюрпризы, свинка. Я давал тебе шанс. И боюсь, единственный. Дарвин, по моим данным, где-то здесь есть диск с прототипом огнемета. Если мы хотим заполучить Сейбера, он нам понадобится. Куарес нашла на складе оружие золотой диск с чертежами огнемета. Разобьете с его помощью лицевые барьеры в этом секторе. Так, осталось их только найти. Ну не, фух, пронесло. Я думал, упадет. Всех зачухался. Почему эти не ваншотятся? Бесят. Еще удар не всегда проходит. Хотя там зеленый участок, может быть, и не просрал. Так, соборная пушка. Наконец-то! Последнее орудие труда. Огнеметик. Нашел диск. Доберусь до торговой палатки, и мы зажжем по полной. Дарвин, прием. Используйте золотой диск, чтобы купить огнемет в торговой палатке. Ну почему я? Почему я, блядь? Оружие, огнемет, купить, все изи. Где мой огнемет? Одного заряда хватит. Вот это полезная пушка. Соси член.
Не посрас, идите в сраку. Боюсь, эта новая игрушка тебе особо не поможет. Ребята, возникли сложности. Попался в ловушку, как крыса. Это был твой выбор, Дастин. Валить с ног, как раз плюнуть. А, я думал, он будет на меня идти. Я ж поэтому и стою на месте. Ладно. Ну, типа, я бы мог туда залететь, но... Подожди, это типа тоже дверь должна открыться? А, это со второго этажа должен подняться. Или опуститься. Такое упорство. И всё зря. Как жаль. Я уже близко, Иншу. Тебе скоро конец. Не совсем. Ух ты ж, бля! Налетел! Что, будет еще лучше? Прощай, грызун. А вот что меня под... А я думаю, что меня поджигало. А, сейчас все равно я хп подберу. Мои лапы едут, но не туда, куда надо. Так, ну туда так не попасть. Вон, вон, атакуй мою. Чтобы отвлечь спутниковую антенну, используйте голографическую. Атакуй, падла. Что там они хотели? Ладно, посрать. Я не услышал, что они хотели. Не понял. Теперь я понял. Ну смотрите, нам в принципе дали огонь. Манать мне это топливо дают. Замерз. А, с ума сойти. Мне удалось запустить лифт. С
Здорово. Соединяю тебя с лифтом Сейбера. Скажи ему, пусть сразу же едет на первый этаж. Мистер Сейбер, это ФБР. Я собираюсь запустить ваш лифт. Пожалуйста, спуститесь на... Поднимайтесь на крышу, мистер Сейбер. Скорее. Лара, кто это? Звучит, как будто это я говорю с Сейбером. Мистер Сейбер, наш вертолет будет наготове и доставит вас в безопасное место. Кто-то, находящийся в этом же здании, перехватил передачу и подделал твой голос. Ну, Яньшу у меня получит. Ты не можешь взломать линию? Боюсь, что нет. Шифр сложный. Ладно, меняем. Хуарес, лифт Сейбера свободен. Мистер Сейбер! Мистер Сейбер, вы слышите? Вам надо спуститься... Мистер Сейбер, не слушайте, это самозванец. Идите на крышу как можно скорее. Нет, мистер Сейбер, поверьте мне, это говорит Яньшу. Вы должны спуститься на первый этаж. Это ловушка, мистер Сейбер. Не слушайте его. Вертолет уже подлетает к крыше. Вертолета нет. Мистер Сейбер, не надо! Хватит! Я иду на крышу прямо сейчас. Скажите пилоту, что я иду. Ладненько, давайте на этом с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи, всем пока.